Наш эфир продолжает очередная встреча с Иваном Денисовым. Программа так называется «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Предвыборная кампания, ну, во всяком случае, праймарис, готовится к праймарис, перешла в свою активную фазу. Берни Сандерс поехал и апеллирует к среднему классу, даже, я бы сказал, к рабочему классу. То есть во многом результаты не только праймарис, но и генеральных выборов будут зависеть от того, за кем пойдет Средний Запад. Вот то, что называется Rust Belt. Так вот, сможет ли Барни отобрать голоса у Трампа или нет? Да, это действительно, как мне представляется, проблема, и на нее обратили внимание на прошлой неделе сразу два автора. Авторы, ну, может, достаточно провокационные, и те, которые склонны к преувеличениям и даже чрезмерным. Но, с другой стороны, оставить без внимания их мнение все же нельзя. Вот поэтому попробуем с вами рассмотреть, насколько же они правы и насколько действительно у Берни есть шанс повторить то, что сделал во многом и Трамп. Мы помним, Трамп перехватил довольно большое количество разочарованных демократов. И перехватить количество некоторых, если не разочарованных республиканцев, то именно действительно представителей среднего класса. Я благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И переходим для начала к тем самым авторам, которые вот об опасности, ну или не об опасности, а о вероятности такого пишут. Но прежде всего это Бьюкеннон, Пэтрик, который... личность у меня вызывающая скорее отрицательные эмоции, потому как было дело, находился, не буду пускаться в психоаналитические дебри, но тем не менее любопытная тут прослеживается такая аналогия, что пока был он под присмотром сильного и умного человека, то есть Никсона, о Никсоне, кстати, мы, наверное, на следующей неделе подробнее поговорим, то был вроде бы вполне себе адекватный. Однако же постепенно, когда пути их более-менее разошлись, хотя они оставались друзьями, то Бьюкеннон стал, особенно в вопросах политики внешней, заносить в какие-то изоляционистские конспирологические дебри, что у него, да, постоянные заговоры ужасных неоконсерваторов с Ликудом, который хочет вовлечь Америку во все возможные войны и так далее и тому подобное. Я так на ходу замечу, что для изоляциониста, которым себя позиционирует Бьюкеннон, он себя порой ведет, ну, как минимум, странно, потому что постоянно пытается поучать Израиль, как Израилю себя вести. Если уж изоляционист, да, ну вообще бы не лез в чужие дела. И с другой стороны, его странная одержимость мира и дружбы с Ираном порой приводит к тому, что он готов идти на, точнее, провозглашать, и даже если угодно, и декларировать то, что для дружбы с Ираном можно идти на конфликт с Саудовской Аравией. Но это тоже в его духе. Даже порой в этом он забавным образом смыкается со столь ненавистными ему неоконсерваторами. И плюс тоже странная его любовь к Путину. Здесь можно поискать разные объяснения, вроде того же, например, что в окружении его обреталась все та же самая Бутина, хотя Бутина, она около многих республиканцев вертелось, поэтому это, конечно, не довод. Но, в общем, то, что в свое время Бьюкеннона Бакли еще в 90-е годы так неофициально отлучил от консервативного движения, конечно же, это вам не партийные чистки, тут нельзя сказать, что все, до свидания. Но он объявил, что позицию Бьюкеннона может быть, она не то чтобы антисемитская, но защищать ее нельзя. И он, Бакли, от каких бы то ни было попыток заступаться за Бьюкеннона, отказывается. И теоретически, да, с той поры Бьюкеннон, он такой на отшибе.
И вот свои последние колонки Бьюкеннон объявил, что Трамп не оправдал надежд изоляционистов и тех людей, кто голосовал за 45-го в надежде, что он прекратит все конфликты и выведет из них Америку, что Трамп потакает Израилю, что, да, Трамп опять же идет на конфликт с Ираном и желает дружить с Саудовской Аравией. Тем более, вы знаете, была принята резолюция сенатская о прекращении помощи Саудовской Аравии, которая там в Йемене сейчас ведет боевые действия. И Трамп наложил вето на эту резолюцию. И вот, да, ну, естественно, что Бьюкеннон с его любовью к Путину удручает то, что Трамп помогает Украине, конечно же. Поэтому, как считает Пэт, вот вся та изоляционистская конспирологическая публика, которая за Трампа действительно голосовала, пусть это и не такой большой процент населения, все они пойдут голосовать за Сандерса, потому что Сандерс, он критикует Израиль, он за пресловутые решения двух государств, он против помощи Саудовской Аравии, и, как полагает Бьюкеннон, как только выходит на первый план внешняя политика, то у Сандерса будет преимущество, и американский средний класс, которым не нравится участие Америки в боевых действиях, сразу же его поддержит. Мне представляется, что Бьюкеннон здесь загибает по той простой причине, что Америка не любит тех президентов, которые в войны влезают, но из них не могут выбраться. Те же, кто предпринимает какие-то действия и успехов добивается, они-то как раз поддержкой пользуются. А Трамп обещал одолеть ИГИЛ. Ну и если не одолел, то, по крайней мере, очень серьезно нанес ему ИГИЛ, я имею в виду, ущерб. И тот, ну, не представляет такую, по крайней мере, силу, как это было в эпоху Обамы. Опять же, идет вывод войск из Сирии. И я думаю, что если Трамп не действительно начнет какие-то масштабные боевые действия, я уверен, что до этого не дойдет, то все эти построения Бьюкеннона, они пойдут прахом. Потому что последовательная жесткая внешняя политика, которую демонстрирует президент, его, кстати, стремление установить хоть какое-то подобие мира на Дальнем Востоке, прежде всего в Кореях, в обеих, и то, что он сотрудничает с настоящими союзниками вроде Израиля, который союзник серьезный, и то, что из-за политики во многом Трампа и взаимодействия с Израилем и многие ближневосточные страны потянулись так к Израилю более-менее, в том числе и Саудовская Аравия. Поэтому мне представляется, что если, скажем, ну, с какими-то, возможно, поправками, там тоже, конечно же, любой президент уязвим для критики, но если взять мою личную, мой личный путеводитель по консервативной внешней политике, книгу еще 65-го года, «Политика капитуляции», она называлась, Стэна Эванса, то гораздо ближе к тому, что в ней описывается, гораздо ближе к этому президенту, а никак не Бьюкеннон. Поэтому, если какая-то группа уж совсем пришибленных конспирологов и будет голосовать за Сандерса, то я не думаю, что это будет серьезная потеря и большая. И полагаю, что это типичный такой истерический приступ Бьюкеннона, который, внимание, все же, ну, может, и стоит обращать, но не драматизировать его ни в коем случае. А более серьезное то, что высказала Коултер. Энн Коултер, женщина, конечно, очень своеобразная, и ее манера порой говорить даже вещи разумные, она часто вызывает раздражение и очень серьезное отторжение, в том числе и у меня. И тоже, на самом деле, здесь похожая ситуация,
что и с Бьюкенноном, пока около Коултер так или иначе был ее наставник Стэн Эванс тот самый, то она еще более-менее в рамках приличия себя держала. Как только вот он умер в 15-м году, то ее стало кидать из стороны в сторону, и ее дурная привычка, например, зацикливаться на одной теме и доводить ее уже до какого-то абсурда, она сейчас играет против этой талантливой, безусловно, журналистки. Ну вот у Коултер, у нее сейчас две основные проблемы. Это то, что Трамп, за которого она агитировала очень рьяно, что он не строит стену, и что около него Кушнер и Иванка. Даже не знаю, что ее злит больше, отсутствие стены или вот эта пара. Теоретически, Коултер, она, как это часто с ней бывает, она, в общем-то, права, что, да, действительно, можно было бы как-то поактивнее бороться с нелегалами, тем более, что их опять стало много, можно назначать более жестких людей на соответствующие посты, и да, мне тоже, например, не нравится, что у Кушнера и Иванки такая большая роль в окружении президента, так как они точно к консерваторам отношения не имеют. Но выводы Коултер делает заведомо неправильные, потому что она заявляет, что раз вот такое дело, то вот она вспоминает, что когда-то в 2007 году Сандерс блокировал инициативы демократов, от Кеннеди там был такой, как раз в области иммиграционного законодательства, считая, что подобные меры, они будут мешать американским рабочим. И хотя вообще-то Сандерс, позиция его по иммиграции, это совершенно неописуемое месиво, он с одной стороны за ДАКУ, он поддерживал проект амнистии 2013 года, он сейчас тоже говорит о том, что нужен этот самый путь к гражданству, но с другой стороны, вроде бы, да, он поддерживает, что надо прекращать вот эту самую позицию, политику catch and release, и тех, кто ищет убежище, о чем, кстати, мы чуть позже поговорим, их надо не пускать в страну, а задерживать. И вот в этой самой безумной каше из популистских идей справа и слева Коултер, тем не менее, находит что-то себе родное и близкое и говорит, что вот если Сандерс вернется к своим взглядам 2007 года, то ей будет совершенно плевать на социализм и на то, что он делает и говорит, и она будет поддерживать уже его, Сандерса. То есть. Вот это уже более серьезно. Я, конечно же, считаю, что социализм в трактовке Берни, Пучегласки, Кортес и же с ними Америка должна отринуть на будущий год. Но то, что вот Коултер уже озвучивает позиции более, так скажем, серьезно разочарованных, это да, это есть. Потому что я как бы понимаю и вижу, что президент вот в этой области, и опять-таки я готов его критиковать, но когда его окружают судьи, тормозящие любые инициативы, и когда мешают даже сенаторы, вот не далее, как на прошлой неделе прошел слух, что вот на место Нильсон во главу Департамента безопасности, Трамп вроде бы и не прочь назначить Криса Кобака, про которого я не раз говорил, и которого Коултер очень хочет на этом посту видеть. Однако же источники в Сенате говорят, что даже многие республиканцы, ну как, может, не многие, но достаточно, чтобы завалить его кандидатуру, они Кобака не будут поддерживать именно за его жесткое антииммиграционные позиции. То есть мне представляется, что критиковать, может быть, Трампа и стоит, и призывать, чтобы какие-то более жесткие действия он предпринимал. Хотя и так старается, и то, что чрезвычайное положение и вето на действия Конгресса, все это от президента исходит. Но, с другой стороны, видеть в Сандерсе спасителя человек, который, напоминаю, и за ДАКУ, и за путь для гражданства, ну, это вот Коултер заносит.
Так что ее позиция, повторюсь, вот к ней стоит прислушаться, и разочарование в вопросах политики иммиграционной, оно против Трампа может сыграть на будущий год, но, тем не менее, здесь, как мне представляется, все же обозревателям стоит скорее, конечно же, не переходить на и не искать положительных сторон у Сандерса, а иметь в виду пресловутую конструктивную критику, что, конечно, сложно, и пытаться как-то президенту помочь эти вопросы решить. А так, в ближайшем будущем там еще может возникнуть одна проблема, хотя я не знаю, как Сандерс ее будет ли обыгрывать, ну, возможно, будет. Это пресловутый Ассанж, потому как сейчас у президента есть некоторая дилемма. С одной стороны, стоит признать, что и Сара Сандерс, кстати, в интервью Fox News на это указала, что именно администрация Трампа стала с WikiLeaks бороться, и именно WikiLeaks подрывает в том числе иммиграционную политику жесткую. Но как бы то ни было, именно обвинение против Ассанжа — это 17-й год, то есть уже нынешней администрации Помпео называл его врагом, как вы помните. И если его выдадут, то у Трампа тоже тут будет, конечно же, дилемма: либо его помиловать и пойти на поводу у тех популистов, которые считают, что раз один раз от Ассанжа была польза, то он герой, надо его облизывать. Или его отдать его правосудию, чтобы он свои 5 лет, там, по обвинению максимум 5, отсидел, и потом никому не нужен, и где-нибудь на помойке умер, что, кстати, было бы идеальным вариантом. Но тогда, да, многие представители республиканского истеблишмента, конечно же, останутся недовольными. Сандерс же, изначально Ассанж как раз за Сандерса болел и сопереживал, но он, в принципе, тоже может этот момент использовать, хотя я не знаю, насколько. Но, как бы то ни было, подводя итог этому сегменту, повторюсь, что опасность, конечно же, существует, но я все же не думаю, что этот отток разочарованных избирателей будет таким масштабным. Конспирологи, поклонники Пэта, на здоровье, с иммиграцией, да, делать что-то надо. Но как человек, который сам к Трампу поменял отношение только по ходу 2017 года, я вот в этой ситуации все же думаю, надо помнить правила Никсона. А Никсон говорил, что если вы не хотите голосовать за республиканца, потому что вам не нравится, вам кажется, что он не прав в одной или двух областях, то вы получите демократа, который будет не прав во всем. И вот здесь Никсон, я думаю, к Никсону стоит прислушаться, а я, пожалуй, умолкну. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. И что касается политики Трампа в отношении иммиграции, по-моему, ну, я не знаю, что случилось с Энн Калтер, но, по-моему, все усилия Трампа, он, ну, есть какие-то там по поводу ДАКа, кто-то его критикует, что вот он пытался, но на самом деле его попытка решить эту проблему более кардинально, что ли, изначально была, и спасибо в кавычках республиканцам в Конгрессе и Полу Райану за то, что эту попытку провалили. И сваливать всю вину за то, что происходит в иммиграционной политике, на Трампа, я думаю, это совсем несправедливо. Потому что те предложения, которые были сделаны, которые Райан, кстати, законопроект, который Райан с треском провалил, причем умышленно провалил, там как раз отражались основная часть проблем, связанных с нелегальной иммиграцией, с иммиграцией вообще. Поэтому я не думаю, а что случилось с Энн Калтер, у меня в голове не укладывается. Это что-то невероятное. Она говорит о том, что она собирается голосовать за Берни Сандерса. Чем уж его идеи так ее привлекли, но логике это никакой не поддается. А от Пэта Бьюкенена это ожидаемо на самом деле. Это не первый случай, когда он порой перехлестывает. Что еще? Ну и давайте, наверное, примем звонки. Да, хорошо.
Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Сказать по правде, я совершенно как бы озадачена вот сегодняшней передачей. Во-первых, я бы хотела узнать, что вызывает недовольство недостаточным консерватизмом Кушнера, обоих, Иванки и Джареда. Потому что, на мой взгляд, чисто консервативным, быть строго консервативным, это нам легко. А в политике как бы приходится волей неволей все-таки находить как бы рациональные пути для достижения цели. По-моему, как раз вот Джаред Кушнер, он именно из тех, которые находят рациональные пути, и как бы он в то же время он последовательный. Не говоря уже о том, что наш президент, на мой взгляд, лучше президента, особенно в этой ситуации, такой вот, когда левые рвутся к власти, фашисты, исламисты, Ильхан Омар, значит, лицо этой партии и так далее, в той ситуации, в которой оказался наш президент, по-моему, ни один бы не выдержал всего этого, и ни один бы так разумно не действовал. По крайней мере, все то, что делает президент Трамп, на мой взгляд, очень разумно и имеет глубокий common sense. Может быть, я не права, но у меня вот такое впечатление. Объясните, спасибо, пожалуйста, пробой, значит. Да, мне-то, в общем и целом, то, что делает Трамп, скорее нравится. Там, ну, может, бывают у меня какие-то там... То, что мне не по душе, да, то, что он старается слишком Киму угодить, отменяет маневры совместные, хотя теоретически в этом можно увидеть какие-то... Почему он это делает, но я не одобряю этого. Но еще что-то можно. Но в целом я эту позицию, политику президента одобряю и вижу проблемы, которые у него действительно есть. Прежде всего, те самые судьи, о которых я столько раз говорю. Что касается Кушнера и Иванки, ну не обессудьте, но это люди абсолютно из нью-йоркского либерального высшего общества. А они, у них никогда не было никаких связей с консервативным движением. И то, что на сегодняшний день они советуют президенту, ну, я его могу понять, но я не думаю, что к ним стоит так прислушиваться. Та же самая реформа тюремная или системы правоохранительной, тюремной, она со стороны многих консерваторов вызвала как раз резкую критику, именно потому, что она достаточно скорее следует леволиберальным установкам. И вы помните, многие левые деятели, вроде Ван Джонса того же, ее как раз поддержали. И во многом эту реформу связывают как раз с Кушнером. Поэтому, да, у него есть и у нее по Израилю, например, насколько я могу судить, там вроде все нормально. Хотя мы еще не знаем этот пресловутый план Трампа, о котором столько все говорят, и самые разноречивые вещи, от того, что это полная катастрофа, до того, что он умышленно плохой, чтобы его все отвергли, посмотрим. Но я все же, я могу испытывать какую-то личную симпатию к Иванке, как успешной бизнес-леди, и к ним, как друзьям Израиля, но видеть в них консервативных советников президента я никак не могу. Должен согласиться, и хочу сказать, ну, как бы суммируя то, что вы сказали, и то, что я понимаю, чувствую, что что политика Трампа, реализуемая не благодаря, во многом не благодаря советам Иванки и Джареда Кушнера, а как раз вопреки их советам. И если бы Трамп следовал их советам, я боюсь, что наша радиослушательница была бы абсолютно разочарована в том, что происходит. Мне кажется, вот так. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Большое спасибо за программу. Извините, я только подключилась. Вот, такая возможность была, сейчас подключилась на секунду послушать. Очень интересно вас слушать, вашу программу. Скажите, пожалуйста, может, я что-то я не поняла. Можете еще раз пояснить, а что Иванка поддерживает Берни? Или она как бы согласна с его идеями? Окей, вот понятно, видите? Давайте. К счастью, нет, это Энн Коултер, обозревательница консервативная, полемистка. Мы про нее говорили. Да, это немножко не то. Да, пожалуйста. Алло? Да. Я могу говорить? Говорите.
Да, добрый день, Иван. Вы знаете, вчера у нас выступал Леон, и я ему задал вопрос, но не совсем мне нравился ответ. Как вы считаете, значит, Байден в среду объявит, что он будет возвращаться в президенты? И мое мнение, мне так кажется, что он имеет очень много гадостей в его биографии. Его они начнут просто его уничтожать. Но он мне такое впечатление, что это наметка со стороны Обамы. И он, кажется, пытается, мне такое мнение, взять жену как вайс-президента. Почему? Потому что он фактически президентом не может быть. И через 2 месяца после инаугурации он заболел. И фактически Обама вместе с своей женой въедет опять в Белый дом. Вот у меня такое чувство. Потому что за счет ее, за счет его жены, получится, что большое количество приверженцев этого Обамы, все, которые до сих пор его любят и продолжают, будут за него голосовать. Я хочу послушать ваше мнение. Спасибо. Ну, да, я с вами соглашусь, что Байден — это человек, он очень ловкий, и он, скорее всего, будет идти пытаться себя подать, с одной стороны, как представитель демократического истеблишмента, с другой стороны, как продолжатель традиции именно Обамы. Ну, если говорить о том, кто пойдет ему вице-президент и сколько он там продержится у власти, тут и, ну, я не могу никак прокомментировать, я так далеко заглядывать не могу все же. Но то, что действительно вот именно эти две силы будут за Байденом, повторюсь, там Пелоси и же с ней, то есть нынешний этот закоренелый такой истеблишмент, и Обама, который уже стал частью этого истеблишмента на самом деле, это, по-моему, да, безусловно. Но все же я думаю, что у Сандерса шансов больше на победу в праймерис. Наверное, мы сейчас сделаем перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим.